Еще раз всем доброго времени суток, что обзорчик пока по кофру снял. Ну и думаю, маленько, вроде ветерок стих, попробую немножко похерабонить. Сегодня буду пробовать глютен от Маракю номер один. Я на прошлой рыбалке вам показывал. Разводится все точно так же. Отрезаем. Мусор в карман. Посыпаем в нашу тарелочку. И теперь в этот же пакетик набираем воды. Когда вот так будем держать, чтобы воды было по линию. Но здесь две линии. Ну, посередке сделаем. Примерно как-то так. Сегодня у меня крутая тарелка херабуновская. Так, выливаем. И теперь все это вот так, без всяких лишних движений, нежненько замешиваем. Все у нас пропиталось. Все вот так. Сейчас собираем. Ну и ждем 3-5 минут. Потом пробуем ловить рыбу. Удочка сегодня 4,5. Поплавочек поставил тоже для мелководья, но с такой более толстой антенкой. Тоже от старого шамана. Сейчас пока тесто настаивается, мы все это дело пристреляем. Подставочки, табу подобное. Сейчас один сход карасика. Проворонил маленько. Что-то затягивает, затихло подозрительно, что-то гремит, как бы сейчас чего-нибудь не вылупило. Ну, рыбка уже начинает интересоваться, точку маленько вроде прикормилась, уже как-то попроще. Может, все же удастся кого-то изловить, хотя такая погодка. Все хорошо, еще бы комаров не было. О, сразу кто-то заинтересовался. Ой, что-то сверкат. Чтобы мимо прошло. Это как обычно, как на рыбалку, так дождь. Вот такой нормальной поклевки нет. Что-то шевелит, шевелит. Вот так, оба. Вот сейчас была нормальная поклевка, потащил. Но как-то мимо. Так, ну, главное, рыбка собралась на точку. Теперь уже поймать ее дело техники, которой ни хрена еще нету, но я учусь. В прошлом сезоне я так был, херабуненыш. В этом уже буду херабунистом. Ну, а думаю, следующий сезон буду уже таким матерым херабунярой. Караси будут в обморок падать, как только я на речку приеду. Интересная ловля все равно. Вроде на месте сидишь, а вроде постоянно в движении, постоянно такая динамичная такая рыбалочка. Ну смотри, что, а? Потащил и все. Что-то, блин. Может, плотвички, муж. Ну, сейчас опять поменьше кусочек сделаю. Здесь еще ветерок, ну, шнурки балдеют. И по низу так или иначе все равно течение какое-то присутствует. Не знаю, может, глютенчика добавить сюда, может, не надо. Пока буду ловить такое, какое есть. Японцы ж не зря его таким придумали. Пока несколько поклевок и один сход. Как-то он сразу начинает клевать. Ну что, поймал я рыбу все-таки. О! Офигеть! Так, клюнул у меня все-таки карасик.
такой для этого места стандарт. Можно сундучек доставать. Дождик пошел. Здесь такая же явно выраженная поклевка. Вот дождичек усиливается, побежал-ка я прятаться. Даже коровы с поля ломанулись. Началась у нас вот такая фигня, поэтому я принимаю стратегическое решение прятаться в машину. Кто-то у нас клюнул. Это у нас карасик. Вот такой. Основной апокалипсис прошел. Ну, дождь еще идет. Ну, решил все равно выйти маленько. Посидеть. Тесто у меня чуть-чуть подмокло. Свернуло мне тарелку тут ветром. Сачок на дерево закинуло. Ну, все по фэншую. Поэтому тесто что-то у меня сейчас вообще такое. Пипец какое. Ну, тем не менее, вот карасик клюнул. Так, карасик. Тесто переувлажнил маленько. Решил добавить глютенчику. И сейчас одеваю протягом. Карасик клюнул. Сейчас посмотрим, сработает, не сработает такая интересная моя задумка. Еще карасик. Опа. Вот такой. Этот на колобки. Даже таких карасиков на такую удочку ловить достаточно приятно. Куда ты?
карасик. Поставил поплавок поменьше. Саймон Лайт, который тесто протягом, и глубину поменьше. Клюнул карасик. А так что-то совсем тоскливо. Такая выраженная яркая поклевка. То есть раз на потоп и потащил. Рябь пошла. Поплавочек этот на 4,5 не очень удочки видно. То как-то антенка потолще, поярче. Какая-то неправильная сегодня рыбалка. Или, может, тесто не такое замешал. На двойку, на пятерку. Отлично ловил. Ага. Ох, на такой удочке таких карасиков. Прям красота. Может, ключик подобрал. Ну, может, время пришло карасю клевать. Такие вот стандарт. А крючочки желательно бы без бороды. Из-под сака доставать. Вот так как-то получается. Вон сразу мальки разбегаются. О, о. Да, не очень, конечно, этот поплавочек видно в рябь. Вот на 2,10 удочки вообще красота. Ну ничего, тем не менее, что-то изредка поклевывает. Все не так тоскливо. Сейчас бы, конечно, такую нормальную, теплую, летнюю зорьку вечернюю, а не вот такую фигню. Не пойми чего. Поганила мне сегодня погода всю рыбалку, но тем не менее удалось кое-чего поймать. Но сегодня не для рыбалки денек. Ну ладно, тем не менее, промок, замерз, но довольный. Сейчас покажу, что изловил. Ну, наверное, отпущу я этих карасей. Что с ними делать? Посмотрим, что у нас там за уловчик приключился. Такая погодка. Но, тем не менее, поймал 6 карасиков. Ну что, сейчас пару раз сфотаю. Карасик, в принципе, для этого места стандартный. А может, не отпущу. Возьму на жареху. Пусть будет. Ладно, всем пока.